Я говорящий Берн. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы я тебе не позвонил. Ставь лайк, если ты бро, а с тобой Найсик бро. Сейчас на меня напала длинноногая мамочка, вот оттуда прибежала, вообще я в шоке немножечко. Но что вообще происходит? Что это такое? Давай я тебе сейчас продемонстрирую с квадрокоптера. Пам-пам-пам! Вот такая вот шняга нас ждет. И я лучше возвращаюсь. Вот, смотри. Это у нас, значит, ну, давай подойдем поближе и уже обсудим. Итак, побежали. А, смотри, какие у нас здесь есть лабиринты. О боже, еще одна мамочка, отвали от меня. Еще одна, не достали. Просто тоннами оттуда набегают. Ужас какой-то. Вот, короче, смотри, это говорящий Бен. Это Абунга. Это из радужных друзей, синий радужный друг. Это доктор Ливси, Банзабани из Поппи Плейтайма. Это тоже мамочка из Поппи Плейтайма. Ну и Горк-пожиратель, монстр Тревора. Вот. И все, в принципе, это все монстры, которые здесь есть. И что мне надо с ними сделать, я тебе сразу скажу. Как я знаю, в этих лабиринтах надо заходить в каждый, проходить и забирать персонажа и вынимать его на свободу, то есть спасать его. Вот, поэтому сейчас мы должны идти сюда и искать Бена. Здесь у нас какой-то диванчик беновский. Да, посидим на нем, кайфанем. Так, нет никого? Никого нет. Отлично. Кстати, здесь вино стоит. Точнее, яблочный сок или что там у него? О, боже! Так, спокойно, спокойно, спокойно. Нифига себе, монстр опасный. И это спрингбой. О, боже! Нифига себе, он дерется. Ну и этого мы тоже выпилили. Очень быстро я прошел этот левел. Даже у меня в инвентаре ничего не потрачено, ты прикинь. Вот и здесь сидит Бен. Привет. Между коробок каких-то сидит, в которых ничего нет. Ну и пошли отнесем его на диванчик. Я так понял, надо его вот сюда вот поместить. Бен, ты доволен? Yes. Ну и отлично. Пока, Бен, я тебя здесь закрываю, мы выполнили задание. А теперь у нас Абунга. Абунга, я думаю, здесь будет что-то сложное. Давай потихонечку идем, выдвигаемся. О, боже! Стоп, это же Абунга! Мы его спасатели... Зря его убил или нет? Ладно, пофиг, здесь очень далеко же идти надо. Какого фига здесь только один Абунга? Здесь второй Абунга. И, блин, походу здесь реально не один Абунга. Их много. Но мы потихонечку продвигаемся. И здесь никого нет. Спокойно абсолютно идем. Кстати, мы перекрещиваемся с желтым лабиринтом. Но мы в него идти точно не будем. Нам надо по оранжевой стезе идти. По оранжевой дорожечке. Что мы сейчас и делаем. Я вообще не понял. Здесь что-то в конце будет. Ой-ой-ой-ой! Абунга, блин. Чертов. Они такие стрёмные на самом деле. Зачастую пугают. Вот, и мы потихонечку продвигаемся дальше. Здесь у нас никого. Здесь у нас ничего. И здесь у нас... Так, так, смотри, уже очень долго идем. Походу, это очень долгий лабиринт. И нам придется в нем надолго засесть. Вот этого Абунга мы убили. Отлично. Еще непонятно, когда они умирают. Вообще очень тяжело определить. Так, проходим, проходим, проходим. Еще один Абунга. Сразу двоих, прикинь, одним выстрелом. И здесь еще один Абунга. Так, пошел. А это что такое? Здесь Абунга сидит. Подожди-ка, я могу как-то с ним это подружиться? Абунга! А, подожди, я дверь открыть могу вообще? Может, как-то выломать? Оп! А, я могу просто открыть! Все, я пон-пон-пон. Так, а у нас в мешочках ничего нет? Не, ничего интересного. Поэтому мы их просто выкидываем и идем обратно, конечно же. Так, так, так. Вот сюда, вот, вот сюда. Вот очень быстро сваливаем, потому что я не намерен здесь долго сидеть. Я хочу уже высвободить Абунгу. Кстати, ты заметил, все 2D Абунги, которые next-боты, я их просто, ну, уничтожил. А вот этого Абунгу, который настоящий такой, ты знаешь, 3D-шный, мы его спасли, по сути. Он на нас не напал, я его спас. Вот, закрываем и ставим его сюда на свободу. Все, Абунга спасен. Один в один вылитое лицо, согласен? Вот, так, идем, конечно же, в синего теперь. Радужный друг! Так, а здесь у нас что, кубики? Да, кубики я всегда собираю, это я знаю. Всегда надо собирать кубики.
на таких, ну, часто синим, короче, нас преследуют злобно, и мы должны кубики собирать. Так вот, сейчас мы этим и будем заниматься. Я буду все кубы сразу собирать, даже если они мне не пригодятся. На всякий случай я их возьму. Почему бы и нет? Мало ли что. Так, здесь у нас нету, здесь у нас есть. Так, уже три кубана. Ну, три кубана это... Ой-ой-ой, здесь Абунга что-то делает. Что он здесь забыл вообще? Походу, пришел из оранжевого лабиринта. Вот это засранец вообще, а. Так, уже четыре. Отлично. И еще бы пятую и шестую. О, привет, а ты кто такой? Шесть кубиков надо, как раз и ключ какой-то получу. А что за ключ вообще? Ключ к чему? Так, я подожди, я запутался, куда мне идти. Вроде вот в эту сторону, надеюсь, что в эту. Так, 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 так. Нет, мы назад пошли, нам надо шестой кубик где-то найти, потому что вот эти деревянные кубики, это совсем не то. Это совсем не те кубики, они мне не нужны. Мне надо искать последний кубик. Мне надо шесть штук. Так, вот сюда, вот здесь ничего нет. О! Вот он шестой. И смотри, там радужный друг. Как раз я его и спасу, если я сейчас запихну. Ну, точнее, у продавца выменю ключ. Да? Реально надо тогда идти и торговаться. Так, привет, ты где? Вот он. Все, ключ у меня. Отлично. А дай ключ. Все, другое дело. Теперь я могу спокойно идти открывать эту дверь. Оу, да. Ключиками открываем эту священную дверцу и забираем синего. Быстрее сваливаем отсюда, как только, куда только ноги глядят, бежим. Вот, потому что я здесь долго оставаться очень не хочу. Очень нежелательно здесь оставаться. Так, житель, прости, не туда. Я не хотел к тебе. Я хотел вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И на выход. Ну, где выход-то все-таки находится? Черт его подери. Просто непонятно. Но вот здесь тоже не то место. Так, все, почти выбрались. Почти, почти, еле осилили. Я в этих лабиринтах просто чеканусь. И третью дверку мы закрываем. Уже три персонажа мы спасли. Осталось всего лишь четыре. И следующий это доктор Ливси. О боже, страшная картинка. Но давай, Ливси, мы за тебя сыграем. Я качок Ливси. И идем потихонечку, помаленечку. Блин, я не могу здесь пройти. Да что ж такое, ладно. Ничего, если какие-то преграды, доктор Ливси просто берет бур и копает. Пам-пам-пам-пум-пум-пум. И мне вообще пофиг. Я просто иду спокойно. Так, что у нас тут такое? Кто это? О боже, это Бенди! Бенди, как я тебя давно не видел! На, получай, просто с одного удара вырубил, ты прикинь? Как же изично их выносить, просто удары все и нету. Как же легко. Так, проходим дальше. Пам-пам-пам. Играем за доктора Ливси просто. Какая же офигенная игра. Так, убираем лаймовые блоки и на! Получай просто без шансов. Ты тоже, опа, получил. Так, а ты? Пам-пам-пам, изи. Идем дальше. Просто наслаждение, реально. Бабка Грэнни сейчас еле ща дадим. Смотри, пам, и нету. Бабка Грэнни уничтожена. Изи. Никогда таких изичных левелов не видел. Так, проламываем, проламываем, прокапываем. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, пошел отсюда. Человек за окном. И луна, все уничтожены. Чертовы аниматроники и существа. Вот, смотри, а что здесь у нас такое? Это доктор Ливси темный. О боже, что ты такой страшный. Эй, ты меня не ударишь? Ай-ай-ай, подожди, он очень сильный, но мы его с одного удара вынесли. И теперь мы возвращаемся и ставим доктора Ливси на место. Пусть он уже будет не в моей власти, мы уничтожили злого Ливси, и все отлично. Там как раз картинка, наверное, это обозначала, надо темного Ливси было уничтожить. Ну и Ливси, наверное, здесь оставим. О, нет, мамочки снова попадали. Так, пошла отсюда. И идем в кролика Бонза. Опачки. Так, подожди-ка. Что это у нас тут такое интересно? Опа. Прыжковый ранец. Вау. Надеваем его. Вау, ты посмотри, как я теперь прыгаю. Чекануться можно. Это что такое? Опа. Смотри-ка. Оу. Так, хорошо, по мусорке. И вот сюда, изи. Так, там этот розовый. Нафиг пошел отсюда. Вот сюда. И вот сюда. Блин, что-то пока изи. А там что такое? Это были прототипы из Poppy Playtime. А мне спускаться надо. Так, пройдем быстренько. Ай-яй-яй-яй. Прототипы дерутся. Слушай, да я их всех обойти просто могу даже без сражений. Вот этот опасный очень, но я вот сюда вот должен запрыгнуть каким-нибудь образом. Вот, все отлично. Хаги-ваги, извини. Так, вот сюда вот. И тихо-тихо-тихо, прыжок. Вот это уже сложный какой-то левел. Ой, осторожно, осторожно. Так, 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 спокойно, 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 лазеры. Опа, здесь уже
никак. Вот тут вот пройти бы. Так, тихо. Нет, я упал. Ё-моё, нет, только не это. Вот здесь вот поставим лаймовый бетон. Вот это все мы выкинем, пожалуй. И идем дальше. Так. Здесь надо прыжочек. Осторожно. Главное в лаву не упасть. Надо очень осторожно прыгать. И вот сюда. О, я прошел на изи. Здесь это, как её, Момо? Это Момо было. Офигеть. И здесь у нас кролик Бонза. Ура, забираем его. Наконец-то. Я спас кролика Бонза, и теперь мне надо выбраться отсюда. Оп. Тихо. Главное самому не упасть. Это вообще изи отсюда свалить, я думаю. Ой-ой-ой. Только не Томас. Блин, дурашка. Чуть не погиб из-за Томаса. Спокойно. Ой-ой-ой. Нет. Давай хотя бы разочек попади. Я сейчас просто погибну. Нет, все, мне пипец. Так, спокойно. Так, вот сюда вот надо запрыгнуть. Ну, что это такое? Это какой-то позор просто. Как я так упал вообще? Как я так не встал туда, а? Ну, в любом случае, Бонза спасен. Уже 5 персонажей. И осталось всего лишь 2. Это у нас Горг-пожиратель. Давай-ка мы уничтожаем всех вот этих вот луны. Все луны из Солнца, Луна, короче. Вот, из FNAF и Security Breach. А здесь нам, наверное, прыгать надо. Ой-ой-ой, надо бы снять эту всю фигню. Прыжок, опа, уф. Так, тихо. Нет, я провалился в лаву, черт. Прыжок сюда, прыжок так. Вот сюда на скелетика. И перепрыгиваем на золото. Нужно больше золота. Кстати, это реальный паркурчик так-то, ну, получился. Убиваем длинноногу мамочку. До свидания. И прыжочек. И хаги-ваги уничтожен. Эй, подожди-ка, нет, хаги-ваги нифига не уничтожен. Теперь прыгаем вот сюда и вот сюда. Нет, я снова погиб. Ну ладно, я хаги-ваги зато уничтожил. И прыжок. Осторожно, вот сюда вот. И перепрыгиваем на бочки. Бочки — это наше все. И вот мы покатили бочку дальше. Ой, тихо. Опа, конек-горбунок. И вот сюда вот. Осторожно на горку. И к горке пожирателю. До свидания. Я ее уничтожил, я идиот. Что я натворил? Эта горка нужна была мне живой. О боже, что я сделал? Я просто идиот. О, нет. Черт, дым этот помог мне. Реально, дым помог. Я кинул вот эту вот дымовую шашку, и получилось, что я телепроделался сюда, и горка жива. Ура! Как же я счастлив. Ну и хорошо. Тогда закрываем. С этим мы тоже покончили. Осталось только последний. И что у нас здесь такое? Батутный центр, реально. Давай-ка этих мамочек мы как-то просто попытаемся обойти. Так, спокойно. Мамочки, только не атакуйте меня. Я просто пробегу. Ай, нет, они толкаются, они дерутся. Ай, еще раз ударили. Ой-ой-ой, спокойно. Мне нужна вот эта мамочка. Так, забираем ее. Оп, все, схватили. И теперь назад. Вот так же осторожненько. Ай, так, в спину меня бьют прям вообще. Ой, меня что-то занесло. Нет, тихо. Чертов батутный центр. Мамочки толкаются. Спокойно. Сейчас мы выберемся. Еще разочек. Так. Прыжочек и... Shift. Фух. Я пережил это. Я думал, что меня там очень сильно мутить будет, и мне будет плохо. Но нет, я выжил. Итак, всех персонажей мы спасли. То есть, говорящего Бена, Абунгу, Синего, доктора Ливси, Банза Банни, конечно же, Горка Пожирателя и длинноногую мамочку. Ну что ж, надеюсь, тебе понравился этот видосик, и ты поставишь лайкусик, подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, блин, ну ты знаешь что, не теряй!